5 лет назад в Алкулы открыли школу искусств. Сегодня ее филиалы есть во всех учебных заведениях района. О том, как проходил первый юбилей этой необычной школы, в нашем следующем материале. В 2016 году в Алкулы провели капитальный ремонт здания бывшего райсельхозуправления, после чего здесь решили расположить школу искусств. Сегодня 28 педагогов ведут один из кружков во всех 12 школах района. Кобоз, домбра, народные и традиционные песни, поэзия, фортепиано, танцы, гитара, вокал, рукоделие, рисование. По словам директора школы искусств, после года работы вместо отчетного всем коллективам решили проводить благотворительный концерт два раза в год, 1 июня и под Новый год. Потому что в районе есть 48, были тогда 48 детей-инвалидов. А чтобы сделать благотворительность, мы начали с того, что 400 мест районного дома культуры сделали сами билеты по 200 тенге. Но 80 тысяч опять маловато. Начали искать спонсоров, крестьянские хозяйства главы, депутаты районного маслихата помогли. Проведение нынешнего концерта оказал помощь благотворительный фонд из столицы Казахстана. В школе искусств отказались в приобретении инструментов, которые им предлагали. С коллективом посредством решили эти деньги потратить на благотворительность, сделать концерт благотворительным. 42 ребенка-инвалидов у нас. А мысль такая, что если бы дети были здоровы, не болели, это были бы наши учащиеся. Сегодня вот куплено 42 подарка. Вместе с тем спонсор подарил еще 5 домбр учащимся школы. Сертификат вручили нам. В школе искусств на сегодня 600 учеников. Штат педагогов укомплектован. Разве что не помешало бы учитель по скрипке. Второй год здесь работает хореограф Татьяна Идрисова. У меня где-то около 40 детей. От нуля класса и до 6-7 класса. Участвуем в конкурсе, да, вот старшая группа уже выступили. И эти-то еще маленькие, мы еще пока еще не выступали. Но так, выступали на концерте, но чтобы в конкурсе еще пока придерживаемся. На выставке в фойе были представлены поделки, сделанные руками учеников школы искусства. Изделия вызвали большой интерес у многих. А шестиклассница Аянат Имантай изучает струнный смычковый инструмент кобас. Здесь я научилась играть несколько кюев, научилась водить смычком по струнам. Кобыз древности считается священным инструментом, поэтому я решила прийти на этот кружок. В школе искусств отмечают всестороннюю поддержку от районного акимата. Например, для молодых учителей предоставляется арендное жилье, либо беспроцентные кредиты. А сама школа искусств, отметив таким образом свой первый юбилей, продолжает свой путь, полный ярких впечатлений и успехов. Мурат Билмажит, Жанасыл Серикбол, Алексей Мехедов и этот Сакпарат из района Алкулы.